Долгие годы человечество задает один и тот же вопрос – кем были древние предки человека? Но утратив всякую связь со своей многовековой историей, человечество так и не может найти ответа. Давайте попробуем вместе немного разобраться в этом вопросе. Что же на самом деле таит смысл истории всего человечества? Итак, давайте начнем. Какая она была древняя культура? И кто были ее главные участники? На эти и многие другие вопросы современные ученые ищут ответ уже многие десятки лет. Они ездят в экспедиции, желая добраться до сути, участвуют в раскопках и тщательно изучают свои находки. Версии о том, какая была жизнь на самом деле древних цивилизаций, множество. Одна из них заключается в теории непосредственного участия в жизни древних людей божественных существ. Богов было огромное множество, и у каждого из них была своя роль, своя сфера деятельности. Подтверждений этому было найдено достаточно много современными учеными. Также стало понятно, что древние цивилизации были очень высокого уровня развития. Ни о каких камнях и палках и речи быть не может. Но как появились самые первые представители этих высокоразвитых цивилизаций, и причастны ли к их появлению сами боги? До сих пор этот вопрос остается большой загадкой для современной науки. Несмотря на огромное количество рукописных текстов, найденных во время разных раскопок и экспедиций, которые могли бы хоть как-то помочь в изучении этого вопроса, так и не дали никакого окончательного ответа. И темных пятен в истории человечества еще очень много. Связано это со сложностью перевода самих текстов, а те, которые переведены, нельзя с уверенностью сказать, что правильно. Поэтому и представление о существовании древних цивилизаций, их образе жизни, может быть сформировано у современного человека неправильно. Не совсем точно, а приблизительно, исходя из общего смысла текстов. По такому принципу о точности смыслового перевода вообще не может быть и речи. Что же тогда говорить о тех случаях, когда никаких письменных документов не осталось вообще? Исторические выводы о жизни древних цивилизаций весьма поверхностны и складываются только из анализа тех предметов, которые уже найдены учеными. А это может привести к огромному числу ошибочных суждений, очень далеких от истины. Часто жизнь древних цивилизаций очень плотно связывают с религиозной составляющей, чтобы объяснить те или иные стороны обычного быта. Этому существует много подтверждений. Сомнений нет, что боги были неотъемлемой частью древних цивилизаций. Не зная или не имея достаточно точных знаний для объяснения того или иного явления, они списывали это все на волю богов, которых было огромное количество. Ученые же полагают, что древние люди были обладателями достаточно развитого мышления, которое позволяло им сопоставлять процессы окружающего их мира с деятельностью мистических существ. Оно было не такое, как у современного человека. В нем не было логических составляющих, но уровень развития был очень высок. Тем более, в те времена очень распространено было то мышление, которое принято коллективом или общиной, по типу сегодняшнего строя, где белая ворона всегда изгоняется из породившего ее племени. В ходе длительных исследований было выявлено, что у древних цивилизаций обряды по большей части представляли собой некое посвящение человека, переход его в новую ступень своей жизни, ступень личностного и духовного развития. После этого человек уже не мог никак стать прежним. На него возлагались другие обязанности и определенная модель поведения, принятая в обществе. При сравнении этого подхода с тем, что есть сейчас, можно понять, что они очень схожи. Для современного человека закончить детский сад, пойти в школу, получить паспорт означает перейти на новый этап своего развития. И возврата к прежнему, обычному образу жизни, увы, уже нет. Суть одна и та же, но современный человек не связывает это с чем-то мистическим. И связано это с тем, что достигнут определенный уровень развития общества, сформированы культурные обычаи и традиции, которые для всех считаются привычной нормой.
Не менее интересным является понятие табу, которое также присутствовало у древних народов. Только объяснение они находили в мистике, не имея достаточных возможностей для формулировки в своей жизни. Современное общество также имеет много различных видов запретов, не имеющих никакого внятного объяснения. Они просто есть, и все. Примером этому может служить запрет на использование ненормативной лексики в обыденной жизни. Это считается признаком невоспитанности. Но кто так решил? И почему общество это решение принимает и следует ему? Почему на важную встречу принято надевать строгий костюм, а не пляжную одежду, которая более комфортна для человека? Так принято в современном обществе. И вы этим правилам следуете, не задумываясь по привычке. В этом нет никакой мистики, правда? Ученые, занимающиеся поисками следов богов древних цивилизаций, имеют свою точку зрения, свое видение древней жизни, но это мнение является субъективным. Изначально кажется, что этот поиск заведомо ни к чему не приведет, так как выглядит искомое, то, что нужно найти, никто точно не знает. Но обратившись к древним легендам, которые дошли до наших дней, примерную картину можно немного составить. Самой главной, отличительной чертой божественных существ являлись их сверхспособности, которыми они обладали. Значит, и искать нужно те предметы, которые не вписываются в общую картину жизни людей того времени. С одной стороны, все просто и понятно, но с другой стороны, то и дело приходится сталкиваться с нежеланием самих исследователей говорить о таких находках. Ведь это приведет к тому, что описываемая ими картина будет неполной и противоречивой, а это вряд ли будет принято современным обществом единогласно. Это точно. Историки и археологи имеют гуманитарный склад ума, их трактовки о жизни древних цивилизаций тоже имеют гуманитарную основу. Но если рассматривается вопрос возможности древних цивилизаций, то в большинстве своем имеется в виду именно техническая составляющая той жизни, которая гуманитариями пропускается и не берется во внимание. Человек с техническим образованием видит такие вещи, на которые историки даже внимания не обращают, считая это неважным и незначимым элементом в разгадке вопроса о древних народах. Именно такие артефакты могут привести исследования в будущем к абсолютно новым и неожиданным открытиям, которые ранее даже не озвучивались. В вопросе исчезновения богов ученые также разделяются во мнениях. Кто-то считает, что боги самоуничтожились в результате войн между собой. Кто-то говорит об их деградации и соединении с простыми людьми. Кто-то считает, что боги являются жителями другой планеты. Но сколько ни было бы версий, истина одна, и она остается пока неизвестной. В наше время таких пришельцев называют НЛО. Изучение мифологии дает право делать вывод о существовании этого явления и в древних цивилизациях. Подтверждением этому является масса современных находок, в том числе и наглядные изображения НЛО в рисунках, украшающих стены, картинах, исторических документах и святых писаниях. И такие явления, увы, не были единичными случаями. Существует подобное и сейчас. Только вот как и раньше, так и сейчас нет никакого однозначного ответа на один единственный, мучающий все человечество, всего-навсего один вопрос. Так кто же были на самом деле предки современного человека? Понравился выпуск? Подпишитесь на канал, поделитесь этим выпуском со всеми, напишите, что вы думаете об этом. Мира вам и процветания. Пока!